Водитель, который не хотел предъявлять документы, сильно избил двух автоинспекторов, а одному из них сломал ногу. Что, блядь, делаешь-то? Что творишь-то? Что творишь-то? Ты глупость совсем? Успокойся! Успокойся! Ты ему ногу сломал, дурачок! А? Тебя повел, что ли? А? Что делаешь-то? Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».